사람의 입장에서 보면 이제 개인의 반복. 아야, 네, 정말 이거. Ну, отличается, да, вот с первого взгляда, я только вот час гуляю по улице, и, конечно, отличается под другая атмосфера, чем в Китае, ну, конечно, чем в Японии, естественно, само собой разумеется. Наверное, да даже не талант, не знаю, по-другому, короче, все. Первое ощущение, вот я хотел просто рассказать про первое ощущение, про свое, потому что улица Южной Кореи, вот именно атмосфера улиц вечерних, она в каждой стране она по-разному ощущается. А я хочу найти какой-нибудь хого поесть, тут их, в принципе, много везде, и вот сейчас уже первый час ночи открыто, они, многие открыты до 5 утра, поэтому сейчас что-нибудь найдем и поедим. Меню электронное. Что, будем пробовать за маленько, да? Я думал, это пиво. Это, оказывается, ну, это саке, как бы, не знаю, но мне кажется, там градусов 15,6. Ну, что раздумывать, надо пить. В одну харе. Средняя между самогонкой слабой, очень слабой, 15 градусов. И вином. Что такое среднее? Коньяк плюс самогонка, плюс вино, при этом 15 градусов. Слушайте, ну корейцы бухают конкретно. Я вот пока шел сюда, здесь видел, одна валялась девушка там в компании. Просто на асфальте валяется. Потом такие прям. Вообще, вот прям убалбешенные были парни, прям вообще вот они еле шли около забора, опираясь. Сейчас вот пока вот я сижу в кафе здесь, проходят мимо тоже тут такие персонажи интересные. Ну, я не снимаю, как бы, не культурно. Но корейцы, конечно... А сегодня, напомню еще раз, не праздник никакой, сегодня просто у нас вторник. Ну, вторник в Корее праздник какой-то. Они бухают, капец. Вообще. Ну, чтобы понимали, вот сет до одного человека и еще и бутылка самогонки. Я думал, что это пиво, потому что было написано по-корейски. Вообще, конечно, сет, наверное, для пары людей. По-моему, стоит 70 тысяч. Наши деньги на 1400, наверное. Здесь все свежее. Реклама на такси сверху. На экранах. Ну, по вечерам, да, здесь весело. Корейцы, судя по всему, пить не умеют еще совершенно, потому что очень много таких балбешных прям конкретно. Снимать их некорректно, как бы, люди бухают. А здесь, видимо, райончик, который я поселился, здесь... Очень много гостиниц, которые приезжают, может быть, из периферии, не знаю. Я, в принципе, турист вообще. Хотя здесь, в общем-то, я туристов-то иностранных, но не знаю, я имею в виду не корейцев, особо-то не видел.
Ну, не буду врать и говорить, что я научился различать уже между собой японцев, корейцев, китайцев, тайцев. Настолько, что прям на 100% без ошибочно определять. Но, тем не менее, как бы, да, сейчас для меня это уже сделать легче, потому что, ну, японцы, они реально отличаются сразу от, например, тех же самых китайцев. Хотя для многих это, в общем-то, нации очень схожи, да, прям смешение. На самом деле, конечно, разные лица абсолютно. И корейцы тоже, у них такие своеобразные черты лица, не похожие на китайцев они. Ну, на мой взгляд, не знаю. Это мой отель, называется он Delight. Такой, кстати, симпатичный отель, давайте покажу вам. Я весь день ехал, вообще просто трэш. Какие весь день? То есть я вчера в ночь там с этими с проблемами с самолетом, короче, пока там все делали. В общем, я уже в пути больше суток. И вот еще решил наверное прогуляться, пойти. Так, 1003. Такой модный отель. Какой-то такой. Ну, модный имеется ли, как бутик модный. Здесь вот даже есть стиральные машинки. Однако. Номер интересный, не то чтобы он производит какой-то вау-эффект, но мне понравилось, давайте покажу вам сейчас. Здесь ванная душевая. Корейцы, как и японцы, они помешаны на современных технологиях, там на супертуалетах и так далее. Здесь такой туалет с кнопками, тут целый отдельный пульт вынесен для того, чтобы им управлять. 100-500 способов там себе помыть. Короче, здесь такая интересная раковина. Ванная тоже прикольная, кстати. Акриловая и душ со спорной системой, которая без поребрика. Лестница. Для чего она ванной и прямо над ванной нависает? Потому что здесь номер, ну, как бы так сказать, двухэтажный. Он небольшой совсем по размерам, но при этом двухуровневый. Потолки, наверное, ну метров раза 3-4, ну метров 6, наверное, плюс-минус. Здесь все технологично, здесь там есть мини-бар, отдельный телевизор, здесь для заказа из бара-ресторана внизу, который расположен, специальное меню есть электронное, тоже можно, кстати, оплатить сразу. Здесь пульты все для климат-контроля, для света отдельно вынесен, отдельный телевизор. Небольшое, совершенно маленькое окошечко. Ну, у корейцев, кстати, так очень часто бывает, что окна там, они вообще просто... Либо их нет, либо они очень маленькие. И на втором этаже здесь у нас кровать. Телевизор второй. Главное ночью встать с просонья и не выйти куда-нибудь. Вот, например, сюда. Особенно пьяный, когда... Ну да, если ты бухаешь, то этот номер как бы для тебя опасный, наверное, будет. Вот такой вот номер. Тут интересно, тут еще, тут, кстати, отдельно продублирована эта система со светом. Необычно, да? Двухуровневый. Я раньше не останавливался, вот двухуровневый. Ну, кроме как коттеджики, там, не знаю. А вот именно, чтобы номер был. В принципе, это обычный отель, то есть здесь они занимают, по-моему, все этажи здания. Там есть, в коридоре я показывал, может, там стиральные машинки есть. Полный набор здесь, как бы, ну, все видите, брендировано. А улица выходит на такую оживленную очень улицу, где очень много ресторанов. Здесь, правда, отсюда ее не видно, но даже, может быть, и к лучшему, меньше шума. В общем, отель мне понравился, необычный.
производит такое двоякое впечатление. С одной стороны, интерес, с другой стороны, какой-то он какой-то несуразный немножко чуть-чуть. Не знаю, поживем, сейчас посмотрим 4 дня.